Так, вот мы, получается, в прихожей. На кухне, можно так сказать, ближе к кухне. Вот это вот все снимаем на стирку, потому что все в хозяйстве понадобится. А то, что не понадобится, ну ладно, я потом сниму. Это надо стирать, все обратно занавешивать. Вот это вот тоже, так, диван. Ну, диван, конечно, уваленный. Блин. Я думаю, перетяжки перетягивать, но в баню. Это дорого обойдется перетягивать. Посмотрим, выбросим, может быть, его. Значит, сначала сейчас пока буду тряпки собирать. Вот это на стирку хорошая пойдет. Постираем с хлоркой. Ну, вот эти вот картины. Я думаю, это заберет продавец. Вот он, счетчик. Вот это вот все календари. За 2013 год, 2014 вот идет. Тоже посрываем, обои посрываем. Так, вот это тоже надо будет стирать. Вот это вот тюль. Посмотрим на целостность окон. Ну, окна, конечно, может подкрасить пока временно, а потом что-то придумать. Можно металлопластик поставить. Так, часы. Часы снимаем. Ну, часы вообще раритетные. Ну как, советского еще, наверное. Ну, а тут ни батареек, ничего нет. Вот такие вот часы. Севан. Севани называется. Пойдут. Сделаю, будут тикать. Вот оно, зеркало. Зеркало снимаем. Зеркало нам надо будет. Вот так вот. Это все нужно. Что это такое за кнопочка такая? Может, сигнализация? Да, не, наверное. Так. Ну, вот эти котята. Прошу вас. Может, где какая-то заначка есть. Вот так. Все. Срываем на мусор. А может, даже и останется. Посмотрю. Так. Люстра. Люстра у нас остается. Красивая люстра. Пускай будет. Обои переклеятся. Что там дальше здесь идет в прихожей? Ну, это тоже на стирку. Стирка. Здесь, возможно, будет другой. Плитка, другая плитка. Ну, некоторые подпадали. Это вот я свою краску привез. Полы будем красить. Вот так вот. Двери оставляем подкрасить. Полы тоже красить. Так, самое интересное тоже вот здесь. Что здесь у нас? А здесь у нас... Вот такая вот пленка. Обалдеть. Оставляем себе ее. В хозяйстве понадобится. Это как типа пищевой пленки идет. Оставляем. Что тут идет? Опять же повторяю, что я первый раз с вами делаю обзор. Я этого всего не видел. Только так, мимолетно. А не открывал ни шкафчики, ничего. Что это такое? Вот ее зеркало какое-то. Здесь он какие-то подсчеты. Так, что тут у нас? Рюмка водки на столе. Выбрасываем. Что это? Ну, это какие-то лекарства. Какой-то гвоздь. Гвоздь оставляем. Так, дальше. Что это такое? Ух ты, я нашел. Какие-то тут ключи разные, шурупы, там всего полно. Так. Не открывается, наверное. Кошелек. Ну, в кошельке, как естественно, ничего нет. Так, что тут? Ну, разные чайнички такой, вот всякая зажигалочка. Это все повыбрасывается, это не нужно. Ну, даже духи есть. Ну-ка. Пахнет. Ну, карты. Карты. Может, выбрасываем. А что еще в деревне делать, как играть в карты? О, это тряпки. Тряпки все нужно выбрасывать. Возможно, что-то останется, пускай будет для пола, для... Посмотрим.
Тут тоже тряпки. Телефон. Вот такой он. СССРовский. Не знаю, нужен. Может, выброшу, можно запчасти будет. Так, что у нас еще? Книги. Роковой шторм. Вот такая вот книга. Я думаю, оставляю. Почитаю на досуге. Потом дальше идет Королева Марго. Оставляем. Иван Науменко. В бару на рассвете. Почитаем. Террорист. Ну это как раз. Как раз оно то, что я искал. Оставляем. Здесь какие-то. Микола Садович. Тоже оставляем. На растопку будет. Какие-то книги. Растопку печи. Тут даже и скотч есть. Ёп. Скотч оставляем. Ну тут опять же тряпки. О, эти. Очки. Защитные. Пойдут мне. Золотая их. Как раз у меня и очков нет. Оставляю. Ох, ё. А вот это вообще я кепку такую искал, блин. Вот такая кепочка. Точно в деревне надо будет. О, вот такая вот. Буду снимать ролики с такой кепкой. Шапка-ушанка. Оставляем, постираем. Тут надо все выбрасывать. Тоже книги. Блин, тут, наверное, или мыши. Он помет мышиной. Дети, бегущие от грозы, оставляем тоже. Любовник на двоих. Суперкриминальный клуб. Вот так вот. Что тут? Какая перчатка крутая. Байкерская. Так, а это Марине оставляем. Она будет в этом ходить. Разорванный. Конечно, выбрасываем. Шучу. Так. Тоже опять шмотки, вещи. Короче, это все надо будет смотреть. Ну, все вроде. Так. Все, передвигаемся в залу.